рыбы. Декабрь 2018 года, шикарное время. Сатурн и Плутон, хорошие аспекты. То есть строгость, дисциплина, ваша какая-то глубинная воля будет в гармонии с окружающими и с вами самими. Плюс Марс идет по рыбам. Марс – это энергия. Та энергия, которая поможет вам воплотить что-то конкретное в жизни. Ее у вас в декабре будет много. Венера в Скорпионе в хорошем знаке для вас. Дела красоты, дела любви. Любовь земная и любовь небесная соединятся в декабре месяце. И для рыб благоприятные лунные дни – это 1, 4, 5, 8, 9, 10 декабря, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24 и 31 декабря. Желаю вам любви и счастья. Благодарю за внимание.